Конституция – это гарант наш, это все записано, наши права, наши обязанности. О чем этот документ? О праве человека на общение, на свободу слова, мысли. А какую-нибудь статью помните из Конституции? Нет. Не знаю. День Конституции. Очень а для чего она нам нужна? Чтобы мы знали свои права, свои обязанности, ответственность перед обществом. А какую статью помните из Конституции? Не помню, к сожалению. День Конституции? Все да? Верно. А для чего она нам нужна? Ну, права человека, правильно, чтобы все знали. А какую статью помните? 33-ю. Про что она? Ну, увольнение. А для чего нам нужна Конституция? Наверное, чтобы все люди были, соблюдали ее, конечно, естественно, и придерживались каких-то вот законов. А какую-нибудь статью помните из Конституции? Честно, нет. А какую статью помните из Конституции? А, вы знаете, по-моему, 51-я статья, которая нам дает право, ну, скажем так, чувствовать себя человеком в этой стране.